Здорово, народ! Мне тут недавно мама сделала целую кучу блинов, и я еще раз убедился в том, что я пиздец как люблю блины. А какое у вас самое любимое мамино блюдо? Если вы не любите тех, кто хвастается, то я не советую смотреть следующее видео. Давай! Мы в Дубае, ёптель! Мы в Дубае, ёптель! Если бы я увидел это видео, когда учился в 9 классе, я бы сказал: бля, даже у страшной толстой тёлки есть пиздатая тёлка, а у меня нет. Мы в Дубае, ёптель! Блять, сука, ну кто так говорит? Мы в Дубае, ёптель! В каких нахуй Дубаях? В Дубае! В Дубае! Девушка, в принципе, вы когда в Дубай едете, вы смотрите, как он правильно называется. Блять, в Дубаях. Она, наверное, еще говорит, что я в плюс 100-500 часто маты использую. Не маты, а мат. Матом говорят, а матами выстилает спортивный зал. Хотя чего я распинаюсь, ей по-любому глубоко насрать, она ведь в... В Дубаях, ёптель! И что за ёптель? Я знаю, есть слово ёпт или ёпта, но ёптель — это перебор какой-то. Может, этот динозавр такой? Ну, был птеродактиль, он типа как птица летал. А это ёптель. Ну, я думаю, вы поняли, что он делал. Ебал птеродактиля. Мы в Дубаях, ёптель! А что если это просто месть? Представьте такую ситуацию. В школе она была влюблена в чувака, который не отвечал ей взаимностью. И более того, он над ней всячески издевался и гнобил ее. И на выпускном она сказала ему: когда-нибудь я заберу у тебя все и уеду в Дубаи! И звали этого чувака ёптель. Мы в Дубаях, ёптель! Как тебе такое, ёптель? Твоя жена теперь со мной, твои деньги у меня. И самое главное, я в Дубаях, ёптель! Я же говорила, что я тебя все заберу! Мы в Дубаях, ёптель! В Дубае! В Дубае! Видимо, когда милицию переделали в полицию, изменилось не только название, но и содержание. Вы только посмотрите, какими теперь навыками обладают наши оперативники. Ну вот теперь я точно смогу спать спокойно. Теперь я могу быть уверен, что моя полиция меня сбережет. Я понимаю, что недоброжелатели по старинке отпиздят дубинкой, но сейчас это будет выглядеть красиво. У меня прям появилась уверенность в завтрашнем дне. И самое главное, что глядя на это, как-то отпадает желание косячить с законом. Ведь за тобой может приехать сам лейтенант-самурай. Ну а вообще он просто ярый фанат «Звездных войн». В общем, следующее видео я нашел в группе Центра исследования сахара ВКонтакте. Да, есть такая, и не надо спрашивать, как я туда попал. Я же не пытаюсь разузнать у вас, как вы оказались на сайте жесткого порно с индонезийскими транссексуалами. Короче, это видео снято в какой-то лаборатории. Начальный его кусок не особо интересен. Лаборант сыплет немного пепла на кубик рафинада и поджигает его, ничего необычного. Но все становится гораздо интереснее, когда профессор говорит вот это. Ладно, теперь то же самое, но с катализатором. Столько? Да. Еще. Все, зажигай. Давай! Нихуя себе, я даже не думал, что сахар может так пиздануть. Зачем я в детстве вообще петарды покупал, когда все это время у меня на кухне был огромный запас взрывного веселья? Я, конечно, понимаю, что сам сахар просто так не может ебануть. Они туда какой-то катализатор добавили, про который потом сам профессор говорит. Представляю катализатор Харитоновса. Изобретен мной катализатор сахарной энергии. Но меня по большей части сам взрыв веселит. Это вот если у нас будут снимать русскую версию сериала «Во все тяжкие», то в той сцене, где Уолтер Уайт взорвал офис Тука, все было бы немного по-другому. Ты кое в чем ошибся. Это не сахар. А, ну да, еще я забыл обратить внимание на загоревшегося лаборанта. Вот что значит гореть идеей. А, так вот из чего американцы сделали ту бомбу. Фрэнк, я думаю, 3 мешков сахара будет достаточно. Отправляй самолет.
общем, я надеюсь, когда вы будете делать себе чай с вашей кружкой, не произойдет вот это. Знаете, есть такое явление, как сортирный юмор. Об этом слышали все, и ничего необычного в этом нет. Но я откопал такую тему, как сортирный спор. Нет, это не когда люди соревнуются, кто дольше всех ссать может или наложить кучу больше остальных. Сортирный спорт выглядит вот так. Че, Сеня, майгаешь что-нибудь на турниках? Конечно, могу, юмор. И спортивной частью здесь считается не этот момент, а вот этот. Потому что на турнике крутиться могут многие, а вот так профессионально и живописно упасть под силу единицам. Знаете, я ничего не имею против моды в том случае, когда она работает во благо. К примеру, эти самые ребята на турниках. Они ведь занимаются, укрепляют здоровье и форму. И похуй, что это мода, главное, что люди чем-то занимаются. Но в последнее время, смотря все эти видео, у меня создается впечатление, что от этих занятий на турниках люди себе больше вреда приносят, чем пользы. Так что насчет этой моды я больше не уверен. Я понимаю, что ему больно, но меня очень веселит то, в какой позе он на полу лежит. Вы посмотрите, разве это не пиздец, как смешно? В общем, ребят, не мочите ногу в писсуаре, в который только что отлили. А то мало ли чего. Че, Сеня, майгаешь что-нибудь на турниках? Конечно, могу, ебать. Каждый четверг на сайте Карамбы выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100-500. Заходите на Карамбу, эксклюзивные эпизоды плюс 100-500. Топитот! Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новое видео, и тогда мама приготовит вам блинчики. Будете их там хавать со сгущеночкой, сметаночкой, вареньицем. Чем там еще едят? Икрой, мясцом. В общем, палец вверх, подписка. Блинчики гарантированы. Это был Плюс 100-500, меня зовут Ким Чен Ын. Всем Северная Корея, пока! Детей и женщин уберите быстро от экрана. От этого проекта открываются язвы и раны. Рано еще, мал еще, закрой глаза и уши. Ваши дома и квартиры, пришел крик и ужас. 20 век Фокс даже не представляет, какую херню он нам сегодня втирает. 20 век... Просто... Так, типа тусуюсь. Я еще раз Бля. Есть. Ну был птеродак. Ну был... Блять, версия для телека. Забер. Обрадуют наши оперативники. Штом-штом. Я... Красиво. Блинчики. Каждый чит... Каждый чит... Пока.